Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Quake 2. В прошлой серии у нас патронов херня остается уже. Но до мега-пушки супер у нас еще патрончики вроде как бы есть. Блять, опять здоровый, что ли? Сука. Так, там рак... Стой, кто-то справа разговаривал. Здорово. Блять, Чвель, ты не вовремя. Сука. Дай сюда зайду. Дай зайду, блядь. Иди сюда. Сколько у меня? 2 патрона, капец. Эй, я тут. Нихера ты, сука. Гребаный. Ебать! А ты какого хера сюда? Чё там стреляешь? Ты стреляешь. Сука, с этими лучше не играться, нихера. Вот смотри, вот он одним выстрелом обычным с пистолета у меня... Сколько он у меня жизни отнял? Чё там? Бронька, да? Сколько он у меня жизни отнял? Капец! Просто жесть. Просто пиз... Зи-зи-зи просто. Здорово. А вот так им не получится туда закинуть. Ёб вашу нахер! Да идите в жопу. Подожди. Патроны есть? Есть. Окей. Давай я лучше их вот так как-нибудь. Нихера себе они меня там закидывают. Эй! Блять. Ну стой. Так, один есть. Второй. Они, блядь, интеллектом, конечно, не блещут, эти ребята. Там чувака убили, а он туда же тоже пришел. Это не разбивается. Ну, прикинь, когда надо, не это. Так, все, тут ничего нету, правильно? Я все собрал. А стоп, там аптечка была. Или я ее забрал? Блядь, я ее забрал. Сука, ладно. Где мой... Пилеметик. Так, это я... Оу, наверх вылез. Хорошо. Тут есть кто? Тут нет никто. А сколько это броньки? Подожди, если у меня 10 было и 47 стало. 37 брони, что ли? Кто это так делает? А что это за... А, ладно. Сколько тут секретов? Один. Ладно, там у нас лазеры, туда мы не пойдем, потому что нас там, скорее всего, расхерачат пополам. А вот прикол в том, что, блядь, опять открытая территория, то есть мне деваться некуда и... Ху-ху-ху, нихуя себе. Вот это шик. Блять, нужен ключ. Быстрее, пока у меня супер-мега удары. Кто еще где? Да, блять, везде голова. Какая голова? Голова командира. Какого командира, блять? Вы че? Кому-то бошку надо отвернуть. Блять, патроны потратил, ну ладно. Что тут, нажать надо? Нет. Диабло какой-то живет, что ли? А зачем я сюда пришел? Тут же вроде трещинки нету, разбить нельзя, и что? А зачем? Зачем эта комната? Можете реально что-то нажать? Ну-ка. У меня пекаль есть бесконечный, где он? Да ладно. Серьезно, прикинь. Охереть. Блин, тут надо было это разбить. Так откуда я мог знать, например, а если бы я просто такой типа тану, оно тут не разбивается и пошел бы дальше себе. Ой, там текстурки пропали. Это вообще как-то не очень. Неприкольно. Так, найди вход в лабораторию исследований и разрушу усилитель гравитации. Ты чё, а как я буду бегать тогда? Или будем по потолку? Какая голова командира? Ты командир, дай голову, слышь, чувак. Ты командир? Ты куда делся? Блять, он, сука, еще исчезает. Сука, ты не командир, значит, да?
Ладно, ладно, я тебя запомнил. Да какой ключ? Алло, а куда идти-то? Назад, что ли? Так, а что назад? Там ничего нет. А, подожди, может там лазеры, скорее всего. Исчезли, нет? Да хорош мне тыкать каждый раз эти, блядьские эти задания ваши. Я знаю, что мне надо просто идти. Это линейная игруха почти. Ай. Давай сохраню, давай. Эй. Ну, так. Сейчас надо брать что-нибудь посерьезней, чем автомат. Потому что видите, какие противники тут прям мощные ходят. Пока у нас нету патронов к мощным, супер. Найди ремонтные кто? Возможности? Какие ремонтные возможности? Не укради голову командира, найденную здесь. Окей. Так, где моя супер-мега-пушка? Вот она. Help. Блядь, я тебя чуть не заебашил, чувак. Тут, короче, что-то прыгает. Help. Ага. Заткнись. Help. Блядь, тебе еще раз говорю. Help. Так, спокойно. Аптечка. Help. Нажми. Блядь, это ж собачки там, да? А ты там что застряла? Да help, help тебе, help, а мне кто help? А он приседать не умеет. Живая? Нет, не живая. Чувак, ты тут ничего не приныкал? У тебя тут вообще-то... Ты видишь, у тебя тут арсенал целый? Или ты собачки боялся? Найден секрет. Сколько секретов? 2. Чего написано? Подожди. М. I'm... Не пойму, что написано. Kill. Kill me. Kill me написано. Не, чувак, блин, ты видишь, что проблемы какие. Бери пушку-то, погнали со мной лучше. Опа, здорово, бейба. 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 Говорит, я бейба. А что такое? Мегаудар откуда? А это не секрет, да? Ладно. Блин, 20 секунд, вот дали бы мне на бесконечную эту херню. Здорово, бейба, у меня есть вообще-то супер-мега-удар, ты не это, не путай ничего. Так, а тут что? Блять. Уровень 2 очистки, все, 5 секунд, хана. Блять, налево, направо. Ладно. Пошли сюда. Так, спокойно. Еще один переход, что ли? Чё это? Сука! У меня патроны кончились, блядь! Серьезно? Нет, а почему ты переключил? Я ж тебе не клацал. Я нажимал X вообще-то, а не нолик. Смотри, на ракетницу переключил. Блядь, ты прикинь? Новый противник. Тихо, спокойно. Help. Кто ты, где ты орешь? Тут? Сейчас. Help. Ой, спасибо. Кто ты орешь, где ты орешь? Сейчас еще раз чихну. Help. Help. Не разбивается? Help. Help. Не разбивается, ладно. Help, help. 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 Да елки-палки, куда идти тогда? Смотри, тут уже ничего нельзя нажать. Где ты орешь? Ты в стене, что ли? Help, help. О, как они меня кумарят, вот эти ребятки. О, смотри, а тут чти... И тут... Здорово, бейба. В ляжку тебе. Так, там какая-то сука. Опять этот? А с чем это он? Какой-то пушкой. Хоть патрончики. О, здорово. Ты живой?
Такие текстурки прикольные. Вообще. Так, нажми. Упс. Извиняй, чувак. Этого не буду нажимать. Так, подожди, а может надо нажимать, нет? Давай, диск вытащим, что ли. И чё? Этого снесли. Мне надо под лазер лечь или чё? Чё делать? А. Нет, подожди, вот же дверь сюда. Не туда. Блять! Грёбаная бейба. Так нельзя. Ты херли лазишь тут, слышь? Бейба. Ты не следишь вообще за порядком. Ёб твою. Опять этот ублюдок. Было бы намного лучше, если бы тут были хотя бы хедшоты. То есть тут хедшотов нету нихера. Пушка. Чё за пушка? О, патрошки. Хорошо. Чё за клещи? Не работают клещи. Ты чё? Так, уровень 1 охраны отключены. Хорошо, это мне в ту дверь надо пойти. Да, блядь, я тебя, сука, иди отсюда нахер куда-нибудь домой. Пристрелю случайно. Это вот сюда. 225 патронов. У меня максимум 250 сюда влазит на эту пушку. Help. Help. Ага. Ага. Кто приедет, кто? В смысле? А, вот лифт. Поехали. Что? Что за хуйня? Как... В смысле? А какого хера я сдох? Только... Блядь, не говорите, что меня лифтом просто тупо придавило. И что я не там стоял чуть-чуть. Ебать! Вы, сука, серьезно? Так, подожди. Тут мы хиляемся, ладно, открываем. Тут у нас две собачки. Хорошо. Блин, так а чё за прикол? Чуваки, объясните, а? Ты не знаешь, что за прикол? Ну и ладно с тобой. А ты знаешь, что за прикол? Нет? А ты знаешь, что за прикол? О, ты какой. На Джекса похож. Блять, вот это вот вообще не весело, слышь. Так, подожди, давай возьмем что-нибудь помощнее. Типа вот этого. Ну-ка, стой на месте. Так, аптечку я забрал, ладно, валим быстренько. Здорово, бейба. Блять, патроны тратишь мне, бейба. Сука. Так, направо вроде было, да? Не, не направо. Или направо. Быстро, пока у меня еще 5 секунд есть. Потому что тут гребаный ублюдок. Вот, отлично. Так, значит, мне не сюда. Сейчас мы быстренько пробежим. Ну, просто я не понял, какого хера. Я тогда, ребятки, с такими хернями, ну его нахер. Я сохранюсь тогда там перед лифтом. Потому что еще раз так сдохнуть и потом опять бежать весь этап. Что за херня? Это ж так не весело. Ни хера прям. Да, бейба, ну стой. Так, тут же этот здоровый, блядь. Что-то какой-то. Сука. Он с обычным пистолетом, что ли? У него в руках какая-то там пушка, блин, а он с обычным пистолетом. Так, тут у нас ничего не надо делать. Идем дальше. Ну, блядь, забыл? Бейба, у тебя тут вот пленники ходят, гуляют, а ты, блин, там херней страдаешь. Блядь, ты же здоровый опять.
Конечно. Почему бы и нет? Блин, на этот раз хуже я прошел. Ну ладно, тут, в принципе, есть потрошки. Подожди, вот тут надо нажать. Ага. Блять. Сука. Я таки его когда-то пристрелю, серьезно. Так, а подожди, а вот там была развилка у нас вот сюда, кажется. Или нет? Это уровень 2. Стой, сейчас. Не было. Окей, значит тогда туда. Что за дела? Не туда. Сюда. Вот это вот реально подстава была. Сколько я бегал. И тут херак и лифтом. Придавило, короче, лифтом. Сука. Так, давай я вот тут сейчас вот так нажму. Открывай. И вот тут сохранюсь. Потому что я, ну хер его знает. Хер ли меня убило. Давай вот так вот тогда стану передом. Во, живой. Ха, капец. Открывай. Слышь? Блять. А до этого? Блин, на него столько патронов ходит. О. Потрошки к дробовикошку. Ай, опять эти уроды. Хелпают. А кто где? Так, заряд к рельсе есть чуть-чуть, да? Блять! Кто там? Да ты слышишь, такой быстрый. Гребаные курицы на ногах. Да ну заткнитесь, ну ребятки, ну серьезно я вам отвечу. Мост поддержки открыт. Зачем кричать help, если вы там... Лазите, блин, просто тупо по базе, как я не знаю, как у себя дома. Заткнитесь, суки, твари, ублюдки, поубиваю вас нахер. Так, а мне сюда или туда? Я, подожди, тут... А я тут пройду или нет? Нет, не пройду, окей. Тут, о, уровень 3 надо, ни хрена себе. Это мне надо, получается, найти где-то уровень 2. Потом вернуться хрен знает куда назад. А потом найти уровень 3 и вернуться опять хрен знает куда назад. Ты слышишь, блядь? Сука, сколько патронов потратил, это пиздарики. Так, ты. Ну, на тебя я не буду ничего такого тратить. Ты языком не достанешь сюда? А я с автомата достану, прикинь. Так, мне... Так, мост поддержки активирован, хорошо. Чувак. Открой. Та-ра-ра-рам. Так, аптечку приныкали, молодцы. Не-не-не, стоп. Ай, блядь, опять псы. Давай с дробой. Ага. Отлично. Еще? Нет. Так, стоп. Берем сразу пушку и... Ага, опять псы. Блять! Сука тут. Да гребаная ж ты дверь. Да. Ну как у него так получается? Ты сдохнешь, молодец. А их там было двое, один застрял, а второй дурак. Так, чего? Юна, трубки. Заключенные. Какие трубки? Так, вот это берем. Идем сюда. Открывай. Так, под смысле уровень? А у меня какой уровень? У меня же уровень 2, нет?
Так, ну тут я активировал, ладно, и что теперь? Назад? Ай. Ага, я понял. Так, ладно, давайте, ребятки, на этом закончим. Вот тут... А, нет, только не с этими дебилами, я пойду сюда. Вот тут стану и закончим на этом серию. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Всем до встречи в следующей серии. Ссылки на плейлисты будут в описании. Комментируйте, и всем до встречи. Всем пока.